Интересная команда России на ваших экранах. Напомню, что у российской сборной 5 золотых медалей уже в активе из 6 возможных. 5 золотых, 1 серебряная. Очень оригинальные прыжки. Вообще, я бы сказала, что эта группа одна из самых лучших постановок Татьяны Николаевны Покровской. Я просто обожаю вот эту группу. Мне очень нравится эта тема. Это тема Шахерезады, Римский-Корсаков. И настолько гармоничная программа. Предлагаю просто посмотреть. Программа, конечно, задана с самого начала, она так и сохраняется. Опять же, российская сборная никогда не забывает показать технику исполнения всех элементов, включая в программу набор технических элементов обязательно. Это требует судьи. Сейчас мы видели великолепное вращение. Хорошо сделали и вращение, и удержали рисунок. Обычное перестроение, запоминающееся. Ну, последняя поддержка, держитесь. Молодцы, молодцы. Замечательно была исполнена программа. Учитывая вообще, что я неравнодушна к этой программе, она мне очень нравится, я повторюсь. И девчонки выполнили просто на максимум, я считаю. Я думаю, что сейчас не должно быть никаких вообще вопросов у судей. Смотрите, какая высота исполнения поддержек. Ольга, вот мы, наверное, в очередной раз убеждаемся, что для того, чтобы создавать шедевры, которые мы только что с вами видели, это нужна действительно только на базе высочайшей техники.
это возможно, потому да, что... Да, безусловно, потому что не просто так спортсменки показывают, демонстрируя свою технику, ведь сложность программы, она тоже оценивается. Можно наставить кучу оригинальных элементов, но не показать совершенно сложность. А в этой программе именно гармоничным образом все сочетается. И показаны великолепные, интересные элементы, находки, и сложность показана. То есть все то, что нужно лидеру для победы. Я надеюсь, что судей просто не должно быть никаких. Татьяна Николаевна Покровская, она всегда оценивает по максимуму выступление своей команды. Но, судя по ее выражению лица, она так была удовлетворена. Да, Татьяна Николаевна, эмоции, они всегда присутствуют. То есть это такой человек, который не будет держать в себе, если он чем-то недоволен. Я думаю, что сейчас она... довольна выступлением девчонок. Вот уже какую программу мы видим? В общем, очень популярна русская музыка, да, у нас это, в общем-то, и понятно. Вот можно вспомнить и Мусоргский, и Бородин, и Римский-Корсаков. Вот на основе этой великой музыки строятся программы наших. Наших команд. Ну, вот, и, да, и вот мы видим оценки, конечно, оценки выше, чем у всех предыдущих команд. Ну и, конечно, наша команда первая. Я поздравляю девчонок. Хотя еще осталась команда Японии, но я думаю, что основными их соперниками в этом виде были испанцы. Тем не менее, не будем опережать события, посмотрим, что покажут японцы. Да, японки завершают и этот вид программы и вообще.